Давай. У меня капитанский чай утренний в местной посудине экзотической. Чай мате. Замечательно. Вот. Его если много напиться, то крыша съезжает. А почему ты уже Рома, прежде него уже крыша где-то не на месте, нет? Снова здравствуйте. На связи я. Посмотрите, какие у нас там туманные большие горы. И сейчас хлещет дождь со снегом с короткими перерывами. Вот в этот короткий перерыв я пытаюсь добежать до нашей яхты, которая вот здесь пришвартована к экспедиционному судну Австралии с большим и железным. Судно 26 числа уходит в Антарктиду. Мы поднимаем якорь, точнее швартовый, сегодня ночью. Так что, дорогие друзья, если мы еще не дошли до связи, и вы не увидели новых видео, значит, мы еще не дошли до связи. На горах снег. Надеюсь, что его там видно. И это большой привет вам от нас, с самого края земли, с огненной земли. Я дрожу и дрожащим голосом рассказываю вам вот это сейчас, перебираюсь к детям на яхту. И, возможно, дальше досниму. Посмотрите, вот сейчас здесь будет не очень страшный квест. Нужно просто перешагнуть. А перешагивать я буду... Ой, мама дорогая, вот так. По веревкам, как в цирке. На-на-на. Тра-та-та. Ой, у меня сейчас зонт улетит. И будет очень нехорошо. Еще у меня два рюкзака. Вот. Вот такой сумбур. Проходим по палубе яхты и переходим на следующую. Это гораздо сделать проще. Но вообще самое веселое вот там, вот, где я сейчас только что пролезла, пролезать на отливе. Когда причал возвышается метра на два, и ты должен по канатам, как канатоходец, карабкаться, потому что двери друг не напротив друга. Ой, вот там вот где-то Настя. Настя, быстро говори нашим зрителям пару слов. 11 градусов! Здравствуйте, зрители! У нас тут холодно, мы пришли домой погреться, а у нас 11 градусов. Ушуайские горы присыпало снегом, и она провожает нас, это прекрасная Ушуая, в Антарктику. Мы бежим в душ. Последние крохи интернета словим. И все, завтра в 5 утра выход. Пожелайте нам удачи, мама.